Социальный аниматор – термин новый и совсем нам не знакомый. До недавнего времени. Теперь мончегорцы, которые любят свой город и хотят его развивать, познакомились с таким видом деятельности благодаря Центру активных людей. Этот проект стал победителем конкурса социальных инициатив Норникеля «Мир новых возможностей». В рамках проекта прошел специальный мастер-класс, вести которого пригласили известного тренера из Нижнего Новгорода Оксану Тажирову. Кто же такие социальные аниматоры и что полезного они делают, узнали наши корреспонденты. Они пышут энергией. О таких говорят заводилы компании, люди, от которых исходит инициатива, и которые всегда находятся на передовой самых ярких событий. Этакие белые вороны, которым всегда нужно что-то делать, а не прожигать свою жизнь в банальных серых буднях. Знакомы такие люди? Рады вам представить. Это социальные аниматоры. Это такие активные, неравнодушные люди, которые своей активностью, своим неравнодушием и желанием менять мир вокруг к лучшему заражают других людей и являются такими катализаторами каких-то очень позитивных, ярких изменений в жизни своей, в жизни своего окружения, в жизни городов, где они находятся. Именно для них Центр активных людей организовал тренинг для того, чтобы собрать этих инициативных людей и направить их энергию в нужное и полезное для города русло. Сегодня у нас организован тренинг, который был у нас в планах по проекту Центра активных людей. Сегодня приглашенный гость из Нижнего Новгорода Оксана Тажирова расскажет, что такое социальное аниматорство, как проводить какие-то мероприятия, как осуществлять свои идеи на территории города, на территории своего двора, ну, в своем коллективе. Для людей с активной жизненной позицией и тренера пригласили подходящего. Оксана Тажирова в Мончегорске уже не первый раз и знает, как дать нужную информацию так, чтобы ею действительно можно было воспользоваться. Сегодня цель нашей встречи как раз подумать о том, насколько технологии развиты в Мончегорске. Если да, то как мы можем усилить роль социальных аниматоров в улучшении жизни мончегорцев и города Мончегорска. И если эта технология пока не сильно развита, что мы все вместе собравшись, а у нас здесь сегодня человек 20, можем сделать для того, чтобы вот социальная анимация стала такой, ну, серьезной, значимой движущей силой в развитии территории города. Без активных граждан не будет и хорошего городского климата. А собирать таких людей и помогать воплощать их идеи в жизнь – это главная задача, которой руководствовалась Наталья Трещева. Тот самый человек, который на своем примере может показать, что такое активная социальная позиция и что значит делать доброе и полезное дело просто так, чтобы жителям и городу было хорошо. Ну, чтобы город развивался, город рос и было интересно, мы молодежи и людям, которые в нем живут, должны происходить какие-то события. Эти события, они должны быть организованы, они должны быть продуманы, и они, конечно, должны быть идти от лица самих жителей города. Поэтому вот эти инициативы полезные и общественные, они вот в Нижнем Новгороде очень успешно развиваются центрами активных людей. Мы тоже такую технологию ввели. Мы очень много раз встречались с Оксаной Тажировой, мы встречались с ней в Мончегорске. Я ездила в Нижний Новгород, и поэтому поняла, что нам нужно обязательно обменяться опытом, чтобы такой человек рассказал, как это все правильно сделать. И наш город стал еще лучше и еще красивее. А город и правда расцветает. Ведь как может прогресс в социальной сфере стоять на месте, когда столько активных людей желает и делает наш Мончегорск краше? Дарья Надежкина, Евгений Яшин, Новости ТВМ.